Анатолий Бибилов поздравил сотрудников КГБ Южной Осетии с Днем работника органов государственной безопасности. Президент встретился с личным составом Комитета госбезопасности и отметил их заслуги перед Отечеством. Ваша служба действительно важна и необходима для Республики Южная Осетия. Потому что весь комплекс мероприятий по обеспечению государственной безопасности лежит на ваших плечах. Это и экономическая безопасность, это и разведка, это и контрразведка, это и охрана государственной границы. И все эти службы и все эти направления связаны с личным мужеством, ответственностью за себя, за свои семьи, за народ Республики Южной Осетии и за республику. Глава государства отметил, что сотрудники Комитета госбезопасности всегда показывают в проводимых ими мероприятиях высокий профессионализм. Те мероприятия, важные для государства мероприятия по обеспечению безопасности, являются тому примером. Это и раскрытие тех террористических актов, которые происходили на территории Южной Осетии. Это и выход на государственную границу в августе этого года. Это и ответственность, которую вы несете сегодня в службу на границе. Это и ответственность, которую вы несете сегодня по обеспечению безопасности. Я уверен, что и в дальнейшем каждый из вас, понимая всю ответственность, свою ответственность в выполнении своих функциональных обязанностей, будет и впредь делать все для того, чтобы Республика Южная Осетия была в безопасности. Анатолий Бибилов присвоил звание генерал-майора председателю Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия Олегу Ширану. Я хочу еще раз выразить огромную благодарность руководителю Комитета государственной безопасности за те шаги, уверенные, смелые, необходимые и правильные, которые он принимал, когда необходимо было показать, что есть граница Республики Южная Осетия, и никто не вправе его нарушать. Анатолий Бибилов также вручил награды отличившимся на службе сотрудникам Комитета госбезопасности. Стелла Бязарова, Тамерлан Кусраев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.